Ношение масок в общественных местах теперь не требование, а рекомендация. Основные ковидные ограничения на Камчатке продлили до 1 июля. Работодатели по-прежнему обязаны проводить дезинфекцию в помещениях, измерять температуру у сотрудников, обеспечивать социальную дистанцию. Для непривитых и непереболевших камчатцев в возрасте от 60 лет и старше установлен режим самоизоляции. Сезонные и вахтовые работники рыбохозяйственных, горнодобывающих и строительных организаций допускаются только при наличии отрицательных результатов на COVID-19 и сертификата о прохождении вакцинации. Кроме того, сохраняется требование по обязательной иммунизации отдельных категорий граждан. Краевые власти отмечают, что, несмотря на то, что в регионе наблюдается спад заболеваемости коронавирусом, болезнь никуда не ушла. Ежедневно выявляют около 10 заболевших, поэтому ограничения вновь продлили. Но теперь рекомендательный характер будет иметь ношение масок в местах массового пребывания людей в закрытых помещениях. Это образовательные организации, организации здравоохранения, соцобслуживания, МФЦ, центры занятости, почта, отделения пенсионного фонда и фонда соцстрахования, торговые центры, а также общественный транспорт, такси и лифты. Добавим, ранее в связи с улучшением обстановки в регионе приняли решение об отмене ряда ограничений. Кроме того, эксперты отмечают, что для достижения необходимого уровня коллективного иммунитета на Камчатке необходимо проходить вакцинацию и ревакцинацию против коронавируса.